Доброе мне утречко. У меня сегодня особенный день, у меня сегодня день рождения. Вот. Привожу себя в порядок и по хвостульке. Нет. Какой красивый подарочек. Какая довольная. Мы скоро пойдем завтракать и пить кофе. Манюнечки играют. Вот так вот сегодня спала Лера. И рядом Стас. Детский уголок. Мои 32. Почти как 23. Почти 13. Мы пришли на завтрак. Тут можно сделать тосты, можно. Сыр, колбаска. Лера, что ты хочешь кушать? Блинчики. Хорошо, я возьму помидорку. Лера, что там такое? Что это такое? Очень тяжелый, мама. Иди займи место. Займи место, где? Так, наш завтрак. Взяли блинчики, омлетик, сырнички. Лера себе помидора взяла. Папочка. Кофе делает для меня. Стас что-то ест. Перекусим и поедем куда-то в город. Мамочка. Да. Я хочу пить. Я тебе сейчас дам компотик. Воды. Хорошо, воды дам. А только что пришли, поздравили меня с днем рождения. Такое вот мороженое. Класс. Очень приятно. Вот так, привели детей на батут. Давай, Стас, пока он сухой. Пока других нет, так еще не раз. Сейчас увидят, и начнется. Да. Всем надо. Всем надо. Ать-ать. Мокро, не? Интересно. А дальше там уже все просохло. Вот такой вот батут. Смотрите, вообще классный. Как два мурашечки. Что? Что? Как классно. Вот а здесь классно. Стас. На-на-на-на-на, там мокро. Такая красота. Здесь бассейн. Холодная. Очень холодная вода. Ну и, в принципе, выходить будет холодно. Поэтому завтра мы идем в крытый бассейн. Ветерок сигорала, ветерок сигорала, ой, ой, ой.
Идет дождь, но в Карпатах дождь дискотеки не помеха. Музыканты поют, дети гуляют. И в замужнего день рождения я у кожного, а сегодня ты несчастливый день. За что гостил, запросил гостей, тихому лісочку вже дівчина жде. Сокори, задивилась на високі гори, де з дері спадають чисті роси, звідка не приколова коси. Всюди буйнок іде чимшина. Що, йдемо туди? А ну-ка. А ось тут такий от вечором. Угощение сосисочки. Немного романтики под дождик. Прийшло і нарешті зустрілася.